Какие, вот мне кажется, хороший вопрос был, какие признаки рака поджелудочной железы, не успел его дочитать, он быстро улетел вопрос, какие признаки рака поджелудочной железы? Специальных признаков нет никаких, потому что рак поджелудочной железы возникает только из-за одного, друзья мои, из-за того, что мы ходим с этим панкреатитом бесконечно долго и не лечим его. Из-за этого возникает стаж. Это не возрастные изменения, нет. Это из-за того, что когда-то, в каком-то возрасте, возник панкреатит, то есть воспаление поджелудочной железы. И вот оно самое опасное. Воспаление возникло, и мы с ним ходим и думаем, блин, панкреатит, то болит, то не болит. Да, то болит, то не болит, а воспаление продолжается. Он то болит, то не болит, а воспаление продолжается. И ткани поджелудочной железы, клетки ее повреждаются, гибнут, восстанавливаются, повреждаются, гибнут, восстанавливаются, повреждаются, гибнут, снова восстанавливаются, и возникает ошибка. Ошибка перерождения. И вот тогда появляется какая-то фигня. Киста, цистаденома, псевдокиста, аденома поджелудочной железы или рак поджелудочной железы. А симптомы все те же самые. Симптомы все те же самые. И только когда рачина вырастет до больших размеров, тогда могут появиться какие-то симптомы, похожие на острый панкреатит или на приступ панкреатита. И все равно симптомы те же самые. Поэтому смотрите на часы и засекайте, как долго у вас панкреатит. Если это длится уже больше года, 2 лет, 3 лет или 5 лет, это очень тревожные звоночки. Поэтому 100% надо проверить поджелудочную железу. Если в ней выявили раньше или сейчас какие-то очаговые изменения от слова очаг, что-то локальное, вот точечное, это 100% надо перепроверять и проверять поджелудочную железу. Обязательно, чтобы ничего не пропустить. Потому что рак поджелудочной железы, он реально мерзкий. Он обычно мелкий, плохо заметный. И из-за этого его иногда путают или не видят. Поэтому даже если что-то маленькое там возникло, 100% проверять и перепроверять. Обязательно. Но ключевой момент, на который надо обратить внимание, это стаж. Если проблема долго длится, то есть высокая вероятность, что она превратится во что-то новое. Потому что события, предоставленные сами себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.